Уже будет записано. Нет, ну когда? Просто на заднем фоне я с этой тряпкой не мотал. Ничего, ничего. Это у нас приготовление. Ну, а я буду уметь. Это нет, я не то, что выше. Просто Андрей, получается, ощущает тут проверку, а тут тряпка. Ничего, нет, не нет, нормально. Нормально, нормально. Вы просто тебе, слава тебе, Господи, ты собираешь на славу, тебе ты открываешь нам тайны и говоришь все то, что мы должны тебе питаться, ибо ты сказал, Отец, кого ты мне дал, слово только два дня. Мать и батя, те, кто слышит, исполняет слово. Как же исполнить слово? Это нужно в него поверить. Поверьте, исполнить. Я думаю, что ты что-то... Так как Мария поверила ангелу и зачала Духа Святого. Но когда она сказала это Иосифу, Иосиф усомнился, он ей не поверил. Да. И хотел его отпустить. Но ангел, когда ему сказал, Иосиф посознал. Ну что же происходит? Что происходит? Иосиф все равно отвел по духе, что по духу он твердил, подсказал ему, доказал ему, что действительно она девственница. Вот. Это все равно в последние дни людям мешает. Почему мешает? Потому что люди хочут померить, пощупать, почувствовать. И ищут что-то другое, чудеса, знамения, ищут такое. Но дети Божьи веру познают через слово. Аминь. Потому что Господь сказал, отец, кого ты мне дал, слово твое пребывает. Теперь смотрим на учеников. Ученики 3,5 года учились в вере. Он звонил, объяснял, что такое вера. Что такое вера? Вера – это когда твоя совесть живая. Она не мертвая, ты не заглушаешь, она обличает тебя, и ты должен каяться. Если ты каешься, тут начинается борьба, плоды веры начинаются. Ты начинаешь меняться, одеваться во Христа, одеваться в белую одежду, потому что, когда мы выйдем из тела, мы должны одеты быть. Одеты, чтобы попасть на брачный пир, попасть на школу, где будет еще 1000 лет и учить Господь. Поэтому те, кто не делает над собой силы, не меняются, они отрубаются, выходят из тела Христова, выходят из церкви и становятся врагами. Поэтому, если в церкви говорят о вере, если в церкви говорят дела веры, что такое? Церковь начинает оживать. Церковь начинает расти, потому что она не ищет чудеса знамения, а ищет Господа, ищет дела Господни, потому что ученики сколько раз спросят брату? Это очень серьезный вопрос был для Господа. Очень серьезный. Он знал, что они исповедуют грехи, потому что если грех не исповедовать, ты начинаешь произвольно грешить. Если ты начинаешь произвольно грешить, ты начинаешь умирать. Как умерли Адам и Ева. Они не боролись с грехом. Они не делали над собой усилия. И они умерли. Но потом Бог все-таки дал Сифа. И с тех времен начали призывать Бога. Почему? До того времени призывали Бога. Да. Им Бог не нужен. Каину Бог не нужен. Он на него обижался. На Бога нельзя обижаться. Бога нужно любить. Потому что... кого люблю, того наказываю. Если ты любишь, он тебя будет наказывать. А если ты не нужен, негодный, как отец будет обращать на сына, который не хочет его слушать? Он руки опустил и все. А Бог отправляет до сих пор пророков, отправляет, который хочет объяснить тем, которые задают вопросы. Но когда приходят пророки, они не понимают. Почему? Потому что не та вера. А без веры Богу быть нельзя. Богу нужна вера. Вера, вера. Поэтому Господь молился. Я молил у Отца, чтобы ваша вера не оскудела. Значит, вера что должна расти? Расти. Это мы должны исповедоваться. Мы должны на собрание приходить, чтобы вот то со мной произошло, как слово было. Вот такую я беду попал. Я молил, и Бог мне подсказал, как это преодолеть. И это уже называется дела веры. Те, которые говорил Павел, вы покажите веру, а я вам покажу дела веры. Дела веры, это вера растет, оживотворяется, и когда вера растет, значит тело начинает расти. Значит, туда будут идти. Значит, Господь может что? Делать свои дела. Он начинает делать. Потому что учеников отправлял, сначала 12, потом 70. 70 пришли и говорят,
не радуйтесь. Почему тут не радуется? Чтобы не возгордиться. Чтобы не сказать, что ты что-то можешь делать. А везде нужно говорить, что делает Господь. Потому что один учитель, прям 12 он сказал, смотрите, не становитесь учителями. Один у вас учитель, Господь, и один останет Господь. Смотрите, не становитесь. Не стремитесь к тому, чтобы вы учили, не стремитесь. Должен сам Господь, сам Дух Святой должен говорить через тебя. Аллилуйя. Слава Богу, слава Богу. Слава Богу, да. И Господь благослови. Да. А то ты аж перепугалась. Туда пришла. Туда пришла. Он оттуда пришел. Она оттуда пришла. Спасибо. Это правда. Это правда, да. Когда мы исповедуемся, надо получать. Еще я засвидетельствую, что Бог хочет, чтобы я женился, а я это не знал. Я раньше